Вот и осень. Люблю это время. Тишина, никакого шума. Никто не катается. Куда едем? Едем посмотреть водопады. На карте увидел, ткнул пальцем и решил туда съездить. Вроде как и недалеко. Мост соединяет Онтарио и Квебек. То есть будем находиться на территории Квебека. Как там получится? Опять какой-то мост односторонний. Ой-ой-ой-ой-ой, какая красотища. Мама родная. Вот все, а тут дорога кончается. Собственно, дорога-то продолжается, но она очень песчаная, и объявления говорят о том, что только 4 ведущие колеса на простой машине. Ехать туда не рекомендуют. Вот красные объявления. Ну, поэтому развернулся, не солоно хлебавшись, поехал обратно. Въехали в Матава. Чем она знаменита? Ну, то, что речка Матава
вливается в речку Одава. И здесь очень много мужиков стоят с культурой разных. Надо подойти будет пощупать, они отлитые, не отлитые. Чего они сделали? Вот еще одна сарочка стоит. С левой стороны. Воин тоже. Вот еще один стоит. Все разные. Вот. Еще одна стоит, тетка в валенках. Жуки. Вот еще один там стоит. Вот. На летчиков похоже. Это мост через речку Мотава. О! Еще один стоит. С топором этот уже. На Гуцула похож. Шляпа у него другая. А эти с чем они стоят? Этот с веслом, по-моему. С веслом. А тут ни с чем. Но валенка. Вот такие унты, как у летчика у наших были за полярные. Ой. А это что хочет? Так. Уже какая-то руку отломали. Ну еще. Бывает. Да. Она сильно просила того, чего невозможно. Вот руку отломали, чтобы не просила. Что здесь? Здесь народ отдыхает. Оттава, Баттерфронт. Денег не просят, стоять можно. Кофейка можно попить. Проедем, вывески почитаем. Это же они такие. Тут все такие. Хорошо тут, красиво. Тава Ривер. Или вот Тава. Сегодня мой дом здесь. Ну, конечно, с мультимиллионным видом. А иначе не может быть. Ведь так приятно сидеть и смотреть на эту красоту. Такой осенний солнечный день. Мотава, Марина, все открыто, маленький город. А вот лодка, как интересная какая. Там тетенька одна рассмотрела какие-то кресты наверху. Я сейчас возьму другую камеру и сделаю фотографии и вставлю в видео. Просто интересно, что там. Может, просто линия электропередач, но маловероятно. Женщина, которая тут ходила, она не местная, спросила меня, что это там. Ну, я не мог ответить. А вот сейчас, когда приблизил, я увидел,
что это три креста стоит. Кто-то же добрался туда. Да. Три креста, ну прямо Рио-де-Жанейро. Мини. Далеко не видны. Заканчивается путешествие в золотую осень. Если вы что-то интересное нашли для себя, я буду очень рад. До новых встреч!